Сбор с дополнительной прибыли банков, утвержденный в Италии ультраправым правительством Мелони, будет применен в том случае, если процентная маржа, зарегистрированная в 2022 году, превысит не менее чем на 5% значения за 2021 финансовый год. Однако этот процент увеличивается до не менее 10% в нынешнем году по сравнению с 2021. Об этом говорится в пресс-релизе Палаццо Киджи, резиденции итальянского премьер-министра. В своем твиттере Джорджа Мелони выразила удовлетворение достигнутым результатом. Весть о нововведении вызвала падение продаж на Миланской фондовой бирже на 2,2%, особенно в банковском секторе. В Милане акции основных банковских компаний находятся в глубоком минусе после того, как было принято решение наложить единоразовый 40% налог на сверхприбыли банков. Предполагаемый доход достигнет 2-3 миллиардов долларов. Власти намерены пустить их на оказание помощи проблемным ипотечным заемщикам и снижение налогов для граждан.